Добрый день, дорогие друзья. Сегодня я хотел бы затронуть тему, которая касается шума, который издает компьютер, и причины этого шума, и как их можно устранить. Чаще всего источником шума являются вентиляторы внутри компьютера. Это может быть вентилятор в блоке питания, на видеокарте, на процессоре или корпусные вентиляторы. Вторым источником шума может быть жесткий диск. Иногда, когда он выходит из строя или когда ему недостаточно питания, которое он получает от блока питания, он начинает стучать головками. Это слышно как такое цоканье. Цок, цок, цок. То есть, если вдруг вы это услышали, это вот очень такой серьезный сигнал. Надо обязательно тут же задуматься о том, что у вас с питанием, и попытаться эту проблему исправить, иначе можно потерять данные на жестком диске. Но проверить это можно или подключив другой блок питания для проверки, или пересоединив контакты, которые идут на жесткий диск. То есть иногда просто бывают какие-то переходнички, окисляются контакты, и достаточно вытащить, вставить там раз-два. И после этого контакт восстанавливается, и потеря питания пропадает. Потому что там очень важно даже полвольта падения напряжения, оно может привести к тому, что вы можете потерять свои данные. То есть жесткий диск, бог с ним, его можно купить новый, а вот данные, их восстановить очень сложно и дорого. И третья еще, опять-таки, вот проблема повышенного шума, это то, что пыль, Та, которая скапливается внутри компьютера, она забивает систему охлаждения, она забивает радиаторы. Из-за этого вентиляторы начинают крутиться на повышенных оборотах. Это тоже может создавать излишний шум. Ну, это как бы немножко реже бывает. Как определить, какой из вентиляторов издает шум? Нам нужно для начала снять боковую крышку с компьютера и начать осмотр. Мы находим все вентиляторы, которые у нас находятся внутри системного блока, и по очереди пытаемся...